Больше не будешь посматривать? А, тут уже пахнет. Всем привет! Вы на канале? Я Алис. Мы пойдем куда сейчас? Покупать косенки. Покупать косенки, а зачем? Челлендж. Ну, пойдем покупать конфетки. Ну что, у нас тут всякие разные конфеты. Мы сейчас будем выбирать, что мы возьмем для челленджа. Девочки, подожди, по порядку будешь. Берите каждое по мешочку. Алис, иди сюда. Бери мешочек. Так, Джустин, ты сейчас будешь брать по несколько, какие тебе нравятся, и складывать свой мешочек. А мы с Алис будем набирать свой мешочек. Давай посмотрим, что есть. Ага, синенькую. Давай, синенькие. Это что вообще? Сейчас Жустин тебя насыпет. Да, вот этими щипцами. Да. Пусть дай ей ложечку. Чай. Дай ей ложечку. Мешочек. Так. Это что? Рыба или что это? Это такой... Мы уже взяли таких, Алис. Это что? Какие-то рыбки, да? Нет? Да. Я есть. Держи, Алис, твой мешочек, а я буду накладывать. Ты держи двумя руками мешочек. Нет. Да, спагетти сложно взять. А вот эти брать в сахаре? Да. Угу. Хорошо, давайте возьмем еще немножко вот таких. Сахар. Аркансель. Аркансель? Аркансель по-французски, это радуга. Ну, мы возьмем еще вампирских зубов немножко. Какую хочешь? Нет. Вот такую. Хорошо. Такую? Уже вода. Хамса. Что мы тут набрали? Давай посмотрим. Вот здесь у нас есть два мешка вот с такими вот разноцветными конфетками. И мы сейчас... Планета Алис. Мы пойдем домой сейчас делать челлендж. Пойдем. А челлендж мы будем делать с конфетками, которые у нас в мешочках. Валя. Ну да. Поехали. Мы начинаем наш челлендж. Где наша куча конфет? Где-то здесь. Но я вам все сразу не покажу, потому что иначе это будет слишком легко. Ну-ка, закройте на минутку глазки масками, я покажу зрителям, какие у нас есть. Я вам покажу, а девочкам... Нет, Алис, не подсматривать, а то ты не будешь участвовать. Тебя сейчас выгоним. Позовем папу на твое место. Я покажу нашим зрителям наши конфеты. Вот у нас есть две тарелки с конфетками, которые мы сегодня купили. Банана. Банана. Одна вот такая и одна... Вот такая. И правила нашего челленджа будут такие. В одной тарелке у нас конфеты, которые набирала Алис, а в другой тарелке
у нас целая куча конфет, которую набирала Жюстин. И мы будем показывать девочкам тарелку на 10 секунд, ну, приблизительно. И потом они с закрытыми глазами на ощупь должны будут отгадать, какая конфетка им досталась. Хорошо? Кто будет первый? Вы можете снимать маски, поднимать. Я. Ты будешь первая? Хорошо. Но, Жюстин, кто не отгадает, тому будет штраф. Посмотри хорошенько на конфетки и постарайся запомнить, какой они бывают формы, какого цвета. И мы начнем наш челлендж мемо. О, это сильно пахнет конфетой. Так, все. Теперь ты закрыла глаза, я тебе даю одну конфету. Ты должна будешь ее потрогать. Ты должна будешь догадаться, какой она формы. И если ты отгадаешь форму, мы тебя еще спросим, какого она цвета. Потому что цвет тоже у них разный. Но не подсматривать, а, Жюстин? Я тебе даю одну конфетку, а ты не подсказывай, Алис. Тихо, я тебе покажу, но Жюстин не увидит. Я покажу вам. Вот, это вот такая конфетка. Сейчас мы дадим ее Жюстин. И она, Алис, ты трогай. Алис будет первая. Алис, ты пока ждешь. Так, давай мне руку сюда, клади сюда руку. Вот. Потрогай эту конфетку, не подсматривай, ты должна попробовать догадаться, что это такое. Она маленькая. Ну, маленькая, маленькая. А какой формы? Это что? Это какая-то фигурка, сердечко, я не знаю. Губки. Ты сразу отгадала, так нечестно. Губки, правильно. Ну, какого цвета тогда? Красные. Красные, красные губки. Молодец, Жюстин, ура, Жюстин отгадала. Поднимай свою маску, и я тебе запишу одно очко. Подожди. Так, Алис, теперь закрывай свои глазки, и я... Нет, подожди, открывай, я тебе покажу все конфеты, какие здесь есть. Постарайся запомнить. Я хочу меня поцелуть. Постарайся, не бери. Я могу ее покушать? Ну, можешь, конечно, покушать. Ам-ам. Так, Алис, смотри внимательно, какие есть конфетки. Сейчас я их уберу. Я тебе дам какую-то одну. Закрываем глазки. И ты должна нам рассказать, что же это такое. Хорошо? Какая она? Ну, мы начнем не с очень сложной, чтобы тебе было все-таки немножко проще. Это первый раз. Вот, подожди, я сначала покажу сначала нашим зрителям, какая. Посмотрите. Алис, не подглядывать. Алис, не подглядывать. Так, вот так. Ты должна угадать. Посмотрите, я показываю вам. Алис, ты сейчас, ты не будешь... Ровненько сиди. Смотри, я тебе дам конфетку в ручки. Глазками не смотрим. Так, Алис, это как... Она подсматривает. Алис, ты подсматриваешь? Алис, нет! Ну, она какая? Она какая? Синяя. Алис, ты подсматривала. Она здесь, ты подсматривала, скажи честно. Ты подсматривала. Ну, нельзя подсматривать. Давай еще раз тогда. Давай все. Хорошо, это можешь съесть, закрываем глазки. И я тебе даю другую. Ты должна отгадать. Нет, все. Не подсматривать. Ты готова, Алис? Да. Конфета тебе вот. Потрогай ее, не смотреть глазками. Потрогай и угадай, что это такое, ты думаешь? Ну что это может? Черная. Черная. А что черная? Ну какая форма она? Очки. Очки? Да. Ты думаешь, что это очки? Подумай еще, потрогай хорошо. Потрогай хорошо. Что же это может Даже быть? Даже я не знаю, это что. Ну-ка. Кошка. А, кошка. Ты не подсматривала? Нет, она не посмотрела. Молодец, ты отгадала. Это кошка, правда? Я... Поднимай маску. Это действительно кошка. Алис отгадала, и вот у нас 1-1. По одной конфетке девочки отгадали. Жюстин, так, давай я тебе покажу еще разок быстренько, чтобы ты их вспомнила, какие они у нас есть. У нас есть они вот такие. Посмотрела. Быстренько, чтобы не сильно запомнила. Хорошо, теперь тебе даем следующее задание. Закрыла глазки? Да. Так, я даю тебе конфетку. Я покажу сейчас. Нет, Алис, сейчас, Жюстин, ты можешь поднять пока маску и смотреть. Алис, подними пока маску и смотри. Привет. Сейчас. Да, сейчас будет отгадывать Жюстин. Я покажу вам, что это такое. Ты не подсказывай. Так, Жюстин, руку протягивай свою.
Потрогай хорошенько, попробуй угадать, что это такое. Лимон? О, как ты так сразу отгадала? Ну нет, так... Желтый. Желтый? Лимон желтый. Лимон. Молодец. Желтый лимон. Да, я чувствую, когда лимон. Ты чувствуешь, когда... что это лимон. Хорошо, теперь тоже будешь кушать? Кушай. Алис, теперь ты посмотри хорошенечко, какие есть у тебя здесь... Не, не закрывай, посмотри еще. У тебя есть всякие вот такие. А ты посмотрела? О, это правда лимон. А, ну вот. Закрывай глазки, Алис. Я даю Алис, посмотрите, что я даю Алис. Вот такую вот конфетку. Сейчас она должна будет только ее потрогать и не смотреть Алис глазками. Подними голову, не подсматривай. Вот, щупай ручками и отгадывай, что это такое. Нет, не смотрите, Алис! Нет! Алис, ты не будешь так играть. Так нечестно. Смотреть ну нельзя. Что? Тебя Савку. Тебя Савку, кой? Зеленый. И? Во-первых, это не динозавр, это крокодил. Давай. Крокодил. Всё. Крокодил. Вот ты не угадала, поднимай маску. Это был крокодил, Алис сказала, я... что... Подожди, подожди, ей штраф. Тебе штраф. Да. За то, что ты не отгадала, ты должна съесть... Я тебе покажу, что. А не. Ты должна будешь съесть маленький кусочек вот от этой... ужасной, страшной, черной конфеты. И она не очень вкусная. Она не очень вкусная, но ты не выиграла этот раз, поэтому на-ка, съешь вот этот вот кусочек. Съешь и проглоти, прожуй хорошенечко. И в следующий раз, пожалуйста, не подсматривай. Мама, пожалуйста. Ешь, ешь, молодец. Умница, ты видишь, как ты справилась? Больше не будешь подсматривать? Ой, тут уже пахнет. Ну ничего страшного. Это анисовая конфета. Она просто пахнет анисом. Ничего страшного такого. Оно, конечно, не очень вкусно. На вкусненькой зажуй вот розовой, чтобы тебе не было так невкусно. Все, Жюстин, я тебе больше конфеты не показываю. Думаю, ты их уже запомнила. Закрывай глазки. Я тебе даю, сейчас мы выберем, какую мы выберем. Подожди, Алис, помоги мне выбрать, сними свою маску, Алис. Помоги мне, какую мы дадим Жюстин, чтобы она отгадывала, какую ты хочешь ей дать? Какую. Какую мы ей дадим, какую хочешь. Давай, выбирай. Ну, это слишком простая, она ее быстро угадает. Что-нибудь поинтереснее, побольше, по... такое. Алис, ну это тоже очень просто угадать. Давай, может быть, ей дадим вот такую? Да. Дай мне, ну мне. Ну что? Хорошо, посмотрите все внимательно. Мы дадим для Жюстин вот такую. Держи, Жюстин. Сюда руку, чтобы мы видели руки твои. И попробуй-ка нам отгадать, что это такое. А ты не подсказывай, сиди. Ну что? Чего ты хихикаешь? Тебе видно, что ли? Ну, давай думай. Можешь двумя руками, Жюстин. Что это такое? Луна. Луна. Хорошо. А какого цвета? Желтый. Какой? Желтый. Желтый. Луна у нас там есть разного цвета. Ну, хорошо. Отгадала, Жюстин. Молодец. Луна желтого цвета тебе попалась. Ну. Трудно? Я не хотела. А, ты не хотела черный? Хорошо. Жюстин отгадала еще один раз. Молодец. Алис, теперь твоя очередь. Закрывай глазки. Мы сейчас с Жюстин выберем конфетку для тебя. Жюстин, какую мы конфетку выберем для Алис? Да? Ну хорошо. Давай попробуем. Алис, не подсматривать. Ровненько держи голову, ровненько голову. Мы вам показываем. Вот, для Алис. Держи тебе конфету, потрогай ее хорошенько. Не приближай, свои руки, потому что ты подсматриваешь тогда. Посмотри-ка, что это за конфета. Какая она? Маленькая, большая, какая? Большая. Большая, длинная, круглая. Какая она, рассказывай. Это синяя.
Алис. Да, она большая. Большая, большая. Она круглая, квадратная. Да. Какая? Квадратная.